говорила. Надя, вот здесь. А чем понравилось? А чем понравилось? Все понравилось. Новенькая, чистенькая. Но мне надо еще компьютерный стол, потому что или какой-то столик для мне школьник. Ага. Мне одного стола мало. А вы... откуда вы приехали? В Первомайск, Луганской области. Как вас зовут? Надия. А где вы до сих пор жили? Снимаю здесь, в городке. Здесь снимаю квартиру. Ну, здесь комфортно, скажем. Ну, конечно. У нас там ни душа, ничего. Так, квартиру сдают. А сколько вы уже у нас живете? 3 года. Ровно 3 года. Вот 1 декабря было 3 года. В 2014 году приехали. Вы приедете, не сами будете жить, а с ребенком, да, здесь в комнате? Мой внук. А, с внуком. Внук школьник. Он сейчас в школе. Угу. 19-й гимназии. А сколько вам років, а сколько вы проехали? С Первомайска, Луганской области. Мне 56.